Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию отметил, что создание вакцины стало возможным благодаря технологическому и научному суверенитету. А пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок. Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире. Не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем. Занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой уже есть 3 вакцины собственной отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех. Но еще значимее то, что на этой основе мы смогли развернуть производство вакцин, организовать массовую вакцинацию. Тем самым, благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний, государства, величайшим научным достижением могут воспользоваться граждане нашей страны и других стран мира. На Западе признали, что Россия совершила научный прорыв, представив первую в мире вакцину против коронавируса нового типа. Сейчас ее одобрили уже свыше 20 государств, в том числе члены Евросоюза Венгрия. Скоро присоединятся Индия и Бразилия. А главный эпидемиолог США Энтони Фаучи назвал спутник ВИ вкладом в всеобщую защиту человечества, сообщает газета «Комсомольская правда». Создание российской вакцины спутник ВИ произвел не меньший фурор в мире, чем первый советский спутник, запущенный в космос, пишет газета «Комсомольская правда».